не должна быть затянутая экспозиция, то есть достаточно такое короткое динамичное начало, динамично развивается событие, динамично мы обязаны представить нашего героя, не затягивая, да, иначе уже зритель будет уставать от того, что идет эта заявка, экспозиция идет, а ничего особо не происходит. Мир сегодня динамичен, события развиваются быстро, и нашего персонажа нужно заявить быстро и действенно.